Здравствуйте, меня зовут Антон. Я являюсь представителем проекта «Амбассадоры» сообщества WebTokenProfit. Мы, опять же, продолжаем знакомиться с нашими людьми. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы. Здравствуйте, меня зовут Марина Кардаш. Я из Украины, из красивого, горячо мной любимого города Киева. Спасибо, Марина, приятно познакомиться. Расскажите, Марина, пожалуйста, вот как долго вы работаете в сети интернет? Были ли другие проекты? Зарабатывали вы там? Как это было, успешно, неуспешно? Расскажите об этом. WebTokenProfit я пришла с некоторым опытом уже, но, правда, это опыт был на земле, скажем так. У меня есть три собственных разноплановых бизнеса, которые были достаточно успешны. Бывая в других странах, путешествуя, отдыхая или же там, приезжая на деловые встречи, я обратила внимание, что сейчас очень сильно начинают развиваться информационные технологии и бизнес переходит в интернет. Я задумалась тогда над этим очень-очень, потому что некоторое время назад у меня были достаточные пробелы с этим. И тогда я поступила на обучение мультибренд-маркетинг, которое дало мне возможность развиваться дальше и продвигать себя как бренд, как личность. Одновременно я приняла такое решение и открыла собственный интернет-магазин на крупнейшем маркетплейсе нашей страны. И теперь сейчас я понимаю, что, наверное, это были вот такие вот предпосылки, шаги, которые в конечном итоге и привели меня в наш проект и в наше сообщество, особенно с интернет-магазином, потому что в наших планах, в планах нашего руководства построить свою такую торговую площадку маркет-пазл. И мне это будет уже очень интересно, как я думаю, что и многим другим, потому что маркет-пазл позволит реализовывать и товары свои, и услуги, и при этом сотрет все границы. У нас проект международный, и это можно будет делать по всему миру. Согласен с вами. Вот это вы правильно подметили, что сейчас очень много бизнеса вот переходит в интернет, переходит вот это в онлайн. Много кто этим занимается, интересуется. Это свободно, доступно каждому и очень как бы интересно. Расскажите, Марина, вот как вы познакомились с проектом WebTokenProfit? Через друзей или как-то в интернете познакомились? Вот как? Ну, я нашла информацию в интернете и зашла, скажем, в самом начале, это было конец, последние числа мая, и я зашла больше из любопытства. Но когда я начала изучать более глубже наши проекты, я была просто восхищена тем, насколько все продумано и насколько все интересно. Потому что здесь есть поле деятельности практически для любого человека. У нас уникальные, удивительные проекты. Их несколько, но моими фаворитами на сегодняшний день пока остаются Golden Russian, это как мы называем матрица, замечательный проект, который дает большую, высокую доходность очень для всех людей, кто в нем будет заинтересован. Правда, это не быстрый проект, это долгоиграющий проект, но, тем не менее, увеличить свою доходность можно в 390 раз, и это очень здорово. Также мне очень нравится наш проект, который мы называем бинаром. Вот здесь поле деятельности действительно абсолютно для каждого, потому что у нас большое количество пакетов.
И зайти сюда может любой человек без особых знаний, без особых квалификаций. Допустим, если вы хотите инвестировать деньги, у нас есть самые маленькие пакеты, вернее, не просто инвестировать, а попробовать. Если вы ранний инвестор, и вы никогда этого не делали через интернет, то, приобретя наш небольшой пакет, самый малый, он где-то порядком от $15 всего, вы можете пробовать, вы можете смотреть. Если он вам понравится, то вы можете сделать апгрейд и двигаться дальше. Если же вы активный человек и в состоянии построить команду, структуру и хотите зарабатывать еще больше, то в этом проекте вы можете реализоваться полностью. И здесь есть у нас три вида дохода. Три. При этом двигаться можно абсолютно в своем режиме, в своем времени. У вас не будет ни понижения рангов, у вас не будет сниматься, не будут сниматься никакие баллы. За каждого приглашенного своего реферала вы получите 3%. А за общий объем в своей малой ветке вы получите еще дополнительно 10%. Я считаю, что наш проект этот, он действительно уникальный, дает огромные-огромные возможности для любого человека. Согласен с вами, еще хочу добавить, что получается в нашем сообществе круто то, что вот для каждого партнера можно найти свой соответствующий, получается, проект. У нас их много, получается, и каждый подбирает для себя то, что ему нравится, вот, и то, где он будет дальше развиваться. И в соответствии к этому получается, что каждый из нас приходит в сообщество ради чего-то. Вот. И нам интересно узнать, вот, какие есть цели у вас в этом проекте. Знаете, я пришла сюда с определенным опытом, и я понимаю, что сейчас очень много людей завязано на интернете, но, как правило, большая часть из них завязана на социальных сетях. То есть это целый мир, это целая жизнь. Там происходят дружба, любовь, отношения, ненависть, войны, все что угодно. Но при этом люди свое время и свои ресурсы как бы тратят немножечко нерационально. И вот я хочу показать другую сторону этого всего и объяснить, особенно людям, которые, допустим, скажем так, находятся в среднем возрасте, от 40, 45 и дальше, потому что они, как правило, сейчас в таком состоянии неком замешательства, мы же все знаем, что вот у нас прошла такая беда, как COVID. Многие бизнесы где-то подопустились, подупали, некоторые закрылись, и люди остаются без реализации, без работы. И вот здесь вот к ним на помощь может прийти наш проект, наше сообщество, показать им новый вид предпринимательской деятельности, открыть новые их возможности и запустить их силы, энергию для того, чтобы создать себе дополнительные источники дохода, создать себе вот такую финансовую подушку безопасности. Вот в этом я как бы вижу свое направление такое. Угу, я понял. Хорошо. Марина, а у вас, скорее всего, есть своя команда. Вот скажите, пожалуйста, вот как вы ищете партнеров, как с ними общаетесь, вот как это все происходит? Да, у меня есть своя команда. Я в чате, я в Телеграм создала чат. Он называется «Школа новичка», куда я приглашаю своих партнеров, рефералов и партнеров и рефералов моих рефералов, скажем так. Мы там отвечаем на вопросы, проводим обсуждения, даем новую информацию.
очень-очень важно, что люди попадают в такое вот окружение, сообщество единомышленников, которые, у которых единые идеи, цели, направленность, желание, позитив в конце концов, потому что некоторым не хватает даже просто общения, и это очень важно, попасть в общение и окружение, которое с тобой мыслит в одном направлении. Mm-hmm. Вот. Естественно, как бы приглашаю своих знакомых, своих друзей, приглашаю людей, с которыми общалась раньше в интернете, в социальных сетях, потому что, сформировав для себя, даже там создав свой бренд, мне достаточно легко направлять людей, потому что они как бы испытывают ко мне доверие, мне нужно только уже формировать правильный контент, генерировать вот это вот все и предлагать информацию людям, а дальше уже, конечно же, личное общение. Вот. Я понял. Вот это мне тоже супер нравится, что вы сказали по поводу единомышленников. Мне тоже это очень по душе получается. Я как только общаюсь с такими людьми, получается, им даже не нужно ничего объяснять, не нужно ничего доказывать. Вот это все сразу понимают, поддерживают друг друга. И вот это вот микроклимат, получается, который в нашем сообществе создан, вот это нас всех объединяет, это очень круто. Вот, да, скажи... да, да, согласна, это реалии сегодняшнего дня, и их нужно принимать и научиться в них работать и получать от этого результат. Согласен. Вот скажите, по вашему мнению, почему вот наше сообщество WebTokenProfit является на данный момент перспективным? Безусловно, это перспективно, потому что наше сообщество, оно прежде всего еще и международное. Стираются все географические границы, стирается языковой барьер. Здесь есть возможность участия в наших проектах для людей с абсолютно любым материальным достатком, уровнем активности, уровнем квалификации. И поэтому, конечно, он очень привлекателен для большого количества, для огромного количества, я думаю, людей. Мы, те, кто находимся сейчас в проекте, знаете, мы находимся в некотором таком ажиотаже. У нас постоянно бьет энергия. Мы начинаем утро с WebTokenProfita и заканчиваем день вместе с ним, с нашим сообществом, с людьми в общении, в идеях, раскрутках, и это, конечно, очень здорово. Да, получается так, что еще хочу добавить, что нас вот всех объединяет, и получается главной перспективой, как по моему мнению лично, я считаю, что у нас есть своя личная криптовалюта ВЭК. Вот это и независимо с какой ты страны, с какого города, как ты говоришь, вот мы все как бы отталкиваемся только от этого, и вот эта криптовалюта ВЭК нас всех объединяет, и мы вот ради нее все, грубо говоря, работаем. Безусловно. Наша уникальная внутренняя монета, криптовалюта ВЭК, она является, как бы так сказать, кровью и плотью всех наших проектов. И это очень здорово, опять-таки, потому что в любом из проектов мы можем использовать нашу монету, генерировать ее, дальше с ней двигаться и создавать себе из проектов в проект новые возможности. Согласен. Вот, Марина, скажите вот нам всем, почему вот лично вы хотите стать амбассадором нашего сообщества? Ну, наверное, скорее всего, из-за того, что я уже накопила определенный опыт, и этот опыт я могу уже передавать дальше.
Я могу протянуть руку любому новичку, объяснить, рассказать, повести за руку и сделать так, чтобы он не натыкался на стены, не делал ошибок. Это в принципе, как бы внутреннее чувство такой необходимости, скажем, той же помощи, и это необходимость сочетания такого, скажем, материального и, может быть, духовного, потому что наши проекты, они дают возможность личностного роста, личностного развития для каждого. Здесь вы сможете обучаться. Здесь вы сможете развиваться и при этом не теряя и не взирая ни на какие мировые катаклизмы, ни на какие вирусы или другие форс-мажоры. И я вижу в этом большую перспективу. Хорошо. Скажите, почему вам интересно вот создать именно такое локальное офлайн-сообщество, ну, нашей компании? Ну, потому что интернет-общение – это все как бы замечательно, но живое общение еще никто не отменял, и иногда необходимо чувствовать, видеть человека, разговаривать с ним, общаться, давать какие-то позывы, когда ты находишься на земле тоже. Поэтому, как бы, я считаю, что это действительно правильно, и это правильное направление создавать и локальные, региональные офисы, делать презентации, приглашать людей, общаться лично, чтобы у людей возникало большее доверие к проекту, к нам, к сообществу. И наше сообщество тогда будет только расти и увеличиваться. Согласен. Вот для меня тоже важно, получается, что я со всеми тоже в интернете общаюсь, но вот это очень круто, когда собирается группа людей в каком-то одном месте, получается, все общаются на одну и ту же тему, как бы всем все интересно. Вот эта энергетика, которая вокруг нас всех создается, очень позитивно влияет на нас всех. И да, безусловно, безусловно, и это опять-таки вот генерация такая, когда генерация идей, я имею в виду, генерация стратегии, когда люди вокруг тебя именно единомышленники, и это очень правильно. Согласен. А вот скажите, пожалуйста, вот какую пользу вот наш проект «Амбассадоры» будет нести для людей? Какое-то обучение, может быть, для новичков? Вот чем полезно вот будет оно? Ну, конечно же, будет обучение, потому что без этого нельзя. Вы знаете, я столкнулась с такой ситуацией, что вот когда я приглашала людей, мой круг общения, он все-таки больше к возрастной категории, которая там 40-45+. Вот. И люди, они немножечко застряли, подотстали от тех требований, которые тех направлений, которые диктует сейчас жизнь к нам, новых веяний, новых знаний. И им на самом деле на первых порах было достаточно сложно понять проект, изучить терминологию. Мне рассказывали, что просто пухнет голова. Но проходило совсем немного времени, и они настолько втягивались. Оказывается, что та информация, которую они поглощали вначале, она, в общем-то, абсолютно легкая, приемлемая. Просто нужно раскачивать мозги, нужно работать головой. И тогда у тебя будет расширяться информационное поле, и тебе будет, скажем, в нем все легче и легче, проще и проще. И теперь люди благодарят меня хотя бы за то, что я их подтолкнула и заставила вот заниматься там, изучением, давала информацию, раскладывала все по полочкам. И я думаю, что это, ну, вот все это правильно, и все эти обучения, которые будут у нас даваться, проходить. У нас проходят регулярные вебинары.
У нас есть официальные YouTube-каналы, на которых вы можете получить информацию. У нас есть работающий постоянно Zoom, который любой человек, абсолютно не глядя ни на его ранги, ни на его квалификацию, может зайти и задать абсолютно любой вопрос лидерам, которые там находятся, и получить полноценный ответ. Это, наверное, вот такое вот исключение и дополнение, когда ты видишь поддержку со всех сторон и возможность, открывающуюся для тебя, для твоего развития, для твоего личностного роста, наполняет это, конечно, все и радует очень. Понятно. Хорошо, я думаю, что вот для наших новичков, получается, очень важно это будет вот эти встречи, что мы будем организовывать. Очень важно, потому что каждый, кто разобрался хотя бы немного в нашем проекте, он уже не может, так сказать, устоять и начинает работать, присоединяться к нам, и вот все получается. И главное, как бы разобраться, я считаю. Ну, главное начать. Главное начать что-то делать, главное начать двигаться, начать менять себя, менять свое мышление. А дальше оно уже придет и будет дальше, потому что проекты настолько интересны, что, ну, я не знаю ни одного человека, по крайней мере, вокруг меня, во моем окружении, тех, кто рядом со мной в сообществе, кто бы останавливался или хотел остановиться, кто не двигается, если только он изучил, если только человек начал получать первый профит, а вот, допустим, в нашем бинаре вы начинаете получать доходность уже практически с первого дня, только приобретя пакет. Да, согласна, Антон, согласна с вами. Хорошо, Марина, все, спасибо. Очень было приятно с вами пообщаться, познакомиться. Вы очень такая энергичная женщина, так сказать, все понимаете. Очень так было приятно с вами познакомиться. Спасибо вам, Антон, большое. Друзья, я приглашаю вас в наш проект WebTokenProfit. Я приглашаю вас в нашу семью. Мы всегда вам протянем руку, мы поддержим вас, поможем вам, и мы вам будем очень рады. Добро пожаловать. Все, друзья, всем спасибо и до свидания.